Найти химический препарат для защиты растений от вредителей и насекомых нетрудно, но большинство дачников предпочитают использовать натуральные удобрения и обработку огурцов. Все знают про народные методы обработки с помощью йода или борной кислоты, но немногие знают, что таблетка от трихопола поможет справиться с любыми грибковыми инфекциями, улучшит усвояемость растения к питательным элементам и поможет получить хороший урожай зеленых и здоровых огурцов. Грибки – это одна из самых больших проблем огуречных кустов. Листья покрываются пятнами, на них формируются язвочки, и они быстро перестают давать плоды при таких болезнях. Таблетка трихопола успешно справляется с мучнистой росой, фузариозом и другими болезнями. При этом эффективность этого средства против грибковых заболеваний огурцов достигает 100%. Для этого нужно ежедневно обрабатывать огурцы таким средством, и никакие грибки не страшны на протяжении всего сезона. Прекратить опрыскивание или полив растений можно только в том случае, если вы на 100% уверены, что грибок уничтожен и в земле, и на растении. В отличие от квадриса, строби и превикура, трихопор является полностью безопасным средством как для растения, так и для человека. Но при изготовлении раствора для полива важно соблюдать правильные пропорции и концентрацию раствора. Трихопол можно использовать как для полива, так и для опрыскивания листвы растения. Дозировки следующие. Раствор для внесения под куст необходимо готовить из расчета одну таблетку на каждый литр воды. Раствор для опрыскивания делается в более концентрированном виде. На каждый литр воды необходимо взять 2 таблетки трихопола. Сначала нужно размолоть таблетки в порошок, потом растворить их в стакане воды, после чего уже выливать этот концентрат в емкость для раствора и добавлять нужный объем жидкости. Как только на огурцах появятся первые симптомы грибковых заболеваний или желтые пятна, трихопол поможет справиться с болезнями на ранних стадиях с очень высокой эффективностью. Мне помог.